Моник у меня плеванный после алкашки, надо его вымыть тряпонькой. На этой лестнице тоже был звук, в коробку зашел. Я надеюсь, без алтына. В голову не попал прям на лестнице. Очень много урона дал в типа. Не сдыхал. А с P90 прям... Шестой класс ему разбил. Ладно, давайте другого лутаем и выходим. Чё здесь? Хуя тут БПшки у него. Не буду руку лечить, впадла. Сейчас будем проходить. Накинем ХЕ. И будем под нее идти. Так, справа есть. ПВЕ не дали. Мы там ботяра уже побежал по низу, или что? Чего? Он по балке идет, что ли? Он по-любому бит, и у него есть кровоток. Я 3 раза минимум попал. Ждем хил. Бля, не успел. Сука. Ай, сука, а, въебало дал, хорошо. Ух, флешету. И он мне, наверное, четкий дал флешет и прям шлем. Прочки сильно много слетело. Идет вроде, да? Первое. Заебался сразу. Пойдем на выход. 30 прочки шлема нет, в кабину даст. Сдохну. Хорош, дядь. Попал, попал. Ебать, он просто босса зарубил, блядь, ножом. Кто не понял. Не ледорубом. Просто босса зарубили, представляешь? Он как бы топчик по ближнему бою, не? Хуя тут... Бля, ну пацаны какой-то контент, походу, мутили. Ебать, 61-й, 63-й. Да, тут типы что-то прям, ну, что-то делали смешно, явно. Это шевелится. Блядь, да прыгни! Сука, стамины нет. И патронов мало. Блядь, что он делает, пиздец? Блядь! Сука! У вас проблемы, сэр. Блядь! Бля, пиздец, он мне что-то так тяжело дался. По низу идет. Бля, выбил всю броньку, весь шлем. Бля, пиздец. Ну не дох, тварь. Бивот, а что ты там пиздишь? Что там, коснули, да, бродя? Дядя, сзади, вот. Да-да, вот тут. Правильно. Братишка, на тебя надежда, ты последний. Ты готов? Раз, два. Бля, у него К-23, нахуй. Бля, это неловкий момент. Бля, я не знаю, ребят, он мне просто К-23. Я этот момент не учел, как бы. Бля, не знаю, когда прикол тянешь, постоянно, бля, вздыхаешь, сука. Попозитивней. Да, блядь, сука! Пиздец, вот это залез, мразь!
Двойка их там, и группа играет. Блять, я просто хуею. Бля, это ж надо, а? Мать, одну пулю мне дал, пиздец, чуть не сдох. Бай, тут, конечно, могильник неплохой. Хуя, это высокоуровневый штрих. Блядь, что тут происходит, я не понимаю. 66-й, ебануться. Вы что, говна въебали? Тут, короче, разведчик чел с пекалем бегает. Один бегает с дробашом, и один чистой воды штурмовик. Это очень странно выглядит. Кстати, за броньку спасибо. Бронька заебись. Сейчас в ней походим.